остались. Вот. Чувствуете себя звездами? Хорошо. Опускаем правую ногу, левая пятка в пах. Вдох, скользим по ноге. Выдох, перетекаем в серединку. Глаза прикройте, ни на кого не смотрите. Только концентрируйтесь в своих ощущениях. Остались в наклоне. Спокойно дышим. Поднимаем корпус, шагаем ягодицей назад, вытаскиваем булочку и с прямой спиной. Чуть-чуть наклоняемся, живот будто бы укладываем на веревку, макушка тянется. Хорошо, поднимаемся, поднимаем колено, захватываем его, разворачиваемся в правую сторону, правое плечо открываем, взгляд направо, носок на себя. Шагаем ногой за колено, правый локоть, левая рука за спину, скручиваемся в левую сторону, локтем толкаем, поднимаем, скручиваем локтем нога в ягодице, переводим вес тела на ножку и поднимаем правую, макушка тянется наверх. Чувствуйте. Супер. Шагаем пошире. Ножки 45 градусов крутим. Намасте. Раздвигаем локтями колени, макушка тянется наверх. Таз расслаблен полностью. Садимся на ягодицы, берем себя за большие пальчики ног. И открываем ноги. Тоже позиция на баланс. Можно не разгибать колени. Балансовать, а все идеально вишенка. Можно чуть-чуть покачать в разные стороны. Хорошо. Пальцы ног, вытягиваем макушку наверх и начинаем крылышками махать коленями. Спина прямая. Остались в максимальном раскрытии. Чуть-чуть подтягиваем на себя пальцы ног.
Опускаем колени, обнимаем их. Голова в колени, отдыхаем. Переходим в позу стола. Вдох, прогибаемся в одну сторону, выдох в другую. Все внимание в свой позвоночник, глаза закрыты. Хорошо. Вдох, поворачиваем кости, немного вперед. Согнутое левое колено в сторону. Вверх опускаем. Голова в продолжение корпуса не провисает безвольно вниз. Оставили ножку в стороне, держим ее. Разворачиваем бедро, уходит нога назад, выпрямляем ее и поднимаем правую прямую руку. Опускаем колено, рукой ныряем под левую руку и кладем себя на плечо, аккуратненько. Можно остаться в этой позиции, можно поднять левую руку, завести за спину и положить на правое бедро. Отлично. Спокойно дышим. Аккуратно,
подходим по ребенку. Все напряжение. За эту минутку постараемся максимально восстановиться, полностью расслабиться. Не заснуть, а наоборот, найти в себе силы продолжать. Встаем в позу стола. Делаем вдох, правое колено наверх. Выдох, опускаем. Ну, кто перепутал ноги, не страшно. Оставили колено наверху, чуть-чуть подержим, чувствуем, как работает ягодица, включились дурочки. Хорошо, уводим бедро назад, выпрямляем и поднимаем левую руку. Опускаем колено, левой рукой ныряем под правую, укладываем себя на плечо. И аккуратно правую руку убираем за спину. Возвращаем руку на место, поднимаемся, соединяем большие пальцы ног, раскрываем колени, ложимся в позу ребенка с раскрытыми коленями. Сильно-сильно пальцами рук убегаем от себя и в этой позиции расслабляемся. Поднимаем корпус, соединяем колени, вдох, руки наверх, выдохом,
медленно опускаемся вниз. И вдруг поднимаемся. Поясницу не прогибаемся. Ладони на затылок, голова опускается вниз. Левая рука на правое ухо, правая рука вниз. Опускаем вниз правое плечо, увеличиваем напряжение боковой поверхности шеи, не стягиваем тонную артерию. Правая ладонь на левое ухо, левая рука вниз. Опускаем плечо. Правая ладонь на лоб, левая сверху, гладим ладонь на лоб. Опускаем ладони на бедра и рисуем круги подбородка сверху вниз. Не забываем глубоко дышать. Вытягиваем шею в спину и из стороны в сторону качаем головой. Вверх поворачиваем нос налево, выдох направо. Thank you.
Берем колено двумя руками и начинаем рисовать круги. Так, максимально расслаблен. Укладываем ножку как ребеночка и качаем. Берем как ребеночка и качаем. Хорошо. Укладываем нож, открываем глаз, включаемся. Еще не были в шпаре и садимся на коврик к нему. Ага, девушка, вот колено мы будем. Ну ладно, это так получилось. Девушка, можешь командовать, а я быстро же. Начинаем просыпать вещи. Папочка может быть.
Скажи, Миш, удивительно, какая сильная девушка. Я уже в какой-то момент поняла, что тебя не вырастало. Мне кажется, просто первый заработок. Знай наше тело сердце, да? Что именно на кого я говорю? Не завидуй, нам мы так не можем. Я когда делаю массаж, я уже последнюю делаю просто. Особенно когда Миша делала. И я прям собралась. Просто растираем ладошки до кипятка. И хорошенько плечики. Лопатки. Вниз по позвоночнику. Крестец хорошенько. Сначала накаточками, а потом может покрыть. Погладьте его, сбросьте все напряжение. Обнимитесь, поблагодарите. Ну какой же кайф вообще, Миша. Я старался. Продолжаем. Мы сегодня поработаем с вами с лицом, что-то мы его упустили. Нигде есть меридианы, энергетические точки. Вот в лице тоже их огромное количество. И, конечно же, не нужно забывать нам про лицо.